Добро пожаловать на канал детского центра «Золотая рыбка». Сегодня мы отправимся на урок карате в наш детский центр «Золотая рыбка». Как вы знаете, карате – это восточное боевое искусство, которое доказывает свою эффективность на протяжении уже очень долгого времени. Оно развивает силу воли и чувство собственного достоинства. К боевым искусствам все относятся по-разному. Но если у вас мальчик, то он обязательно должен уметь постоять за себя, начиная уже с младшей школы и даже с садика, так как именно там происходят первые конфликты со сверстниками. Карате для детей является отличным воспитателем, который научит с малого возраста уважать старших, идти напролом через любые препятствия и быть целеустремленным. Что понадобится для занятий? Так принято, что считается неприличным тренироваться в шортах или в футболке. Кроме того, что карате для детей становится лучшим другом, оно воспитывает уважение к окружающим людям. Такую черту характера оно передает детям через строгую дисциплину, которую стоит всегда соблюдать. Так, встали все сюда. Сюда идем. Сейчас мы сами будем отрабатывать кувырок. Вот и все, да, умеем делать? Значит, что, для чего мы отрабатываем? Все поедем на соревнования, так, через неделю. По физподготовке. Там будут акробатические номера. То есть вам нужно будет сделать кувырок и после кувырка сесть шпагат. Понятно? Давай, Стенка, ты начинаешь. Встал. Нет, иди сюда, встал. Иди сюда. Кувырок. Как делается кувырок? Присаживаемся на корточке, присаживаемся. Руки широко расставляем. Подбородок, не так широко, вот. Вот так, да. Подбородок плотно прижат к груди. Ноги. Нет. И толкаемся ногами на спину сразу. Вот отлично. Молодец, и в шпагат. Раз, красавчик. Следующий. Второй плотно прижал. И на спину прижал. Молодец. И в шпагат сразу. Нет, до конца. Раз, должен перекатиться. Раз, вот так вот. И сесть, и спина ровно. Одним из правил являются тренировки в специальной одежде. Это кимоно для карате. Детям его будет носить очень интересно, особенно потому, что куртка всегда перевязывается поясом, по которому можно определить об уровне знаний и навыков соседа по залу. Зачастую именно пояса становятся для детей неплохим способом выразить свои способности и амбиции. Так что карате для детей становится своеобразным соревнованием, где каждый хочет иметь более серьезный пояс. Следите за новостями. Мы будем рады видеть вас в нашей семье. Подписывайтесь на наш канал, оставляйте ваши впечатления в комментариях и ставьте лайк. Нам это очень важно для дальнейшего развития канала. Центр раннего развития ребенка «Золотая рыбка». Город Одесса, улица Космонавтов, 36. Телефон 098-210-01-29 и 048-783-93-73.